Степень повышения температуры при простуде либо гриппе – надежный индикатор вашего уровня знаний в укреплении иммунитета, сопровождении бактериальных либо вирусных инфекций. И оптимально, если температура поднялась в диапазон 38-39 градусов. Я вас поздравляю, в условиях экономического кризиса вы экономите на антибиотиках, потому что в вашем организме работает антибиотик самого широкого спектра действия, который уничтожает патогенные бактерии либо вирусы, вне зависимости от того, где они прячутся или размножаются в вашем организме. Одновременно раздражается костный мозг, максимально эффективно вырабатывается интерферон, антитела, происходит обезвреживание токсинов и их выделение, удаление из организма, и вероятность развития осложнений минимальна. В этом случае температурная реакция показывает наличие бактерий либо вирусов, активных в вашем организме, и при ее естественном снижении происходит естественное выздоровление с формированием иммунитета. Антибиотик за ненадобностью уходит. Хуже, если температура не смогла подняться выше 38. Это отражает ваш уровень знаний в подготовке к инфекциям в укреплении иммунитета. Такие видео есть на моем канале, вы можете почитать, посмотреть, как все-таки это делать правильно. В этом случае вы уже не экономите на антибиотиках, вам нужно выявлять чувствительность бактерий, либо вид вируса, который шалит в организме, и покупать антибиотик в аптеке. Потому что в этом случае ваш организм сам по себе не борется активно с бактериями, с вирусами, а выполняет роль инкубатора, в котором они размножаются. А размножаясь, они потребляют питательные вещества, витамины, макро, микроэлементы, выделяют кучу токсинов, отражением чего является, ну, мягко выражаясь, плохое самочувствие человека. Жаропонижающие в этом случае применять также не стоит, по той простой причине, что это ничего не дает, кроме дальнейшего снижения иммунитета. Но еще хуже, когда температура поднялась выше 39 градусов. С одной стороны, иммунитет неплохой, организм хорошо встретил инфекцию, правильно встретил, но вы ему плохо помогаете в этом вопросе. И помогать ему жаропонижающими – это закрыть глаза на проблему. Потому что жаропонижающие, да, они помогают снизить температуру тела, но одновременно падает иммунитет. А ситуация в организме не меняется. Бактерии либо вирусы как размножались, так и размножаются. Токсины как выделялись, так и выделяются. Воды как не хватало в организме на обеспечение охлаждения или очищения организма, так и не хватает. Поэтому не стоит хвататься за жаропонижающие, а стоит добавить воду в ваш организм и эффективнее ее использовать. Чистая вода прекрасна, но быстрее двигаются по организму, быстрее всасываются из пищеварительной системы в кровь, быстрее выделяются через кожу, через легкие, через почки. Компотики, узварчики, взяли домашнее варенье, развели в водичке, в тепленьком виде выпили. Все прекрасно. Вы добавили количество воды в свой организм. Теперь она может выделяться через кожу, охлаждая организм, выделяться через легкие, разжижая мокроту, предупреждать распространение инфекции в глубже лежащие отделы дыхательной системы, ну и выделяться через почки, вынося из организма токсины. Как экономнее использовать воду? Прекрасно. Проветривание помещения. А особенно его увлажнение. Когда вы увлажняете воздух в помещении, вы экономите воду на увлажнение слизи в дыхательной системе. Одно дело, когда в легкие зашел сухой воздух, его нужно увлажнить до 100%, иначе плохо работают органы дыхания. И теряется вода на увлажнение воздуха, меньше воды на разжижение слизи. А слизи это почти на 98-99% вода. Слизь густая, перекрывает органы дыхания, развиваются очаги пневмонии. Как только вы воздух увлажняете, меньше воды тратят ваши органы дыхания на поддержание слизи в жидком виде. Больше воды остается для кожи, для охлаждения, для почек, для очищения организма. Помогает в этом вопросе и легкая одежда. Она должна быть легко проветриваемая. Тогда нагретый воздух уходит от кожи и, охлаждая кожу, охлаждается в принципе и весь организм. Безусловно, если есть головная боль, поможет компресс на лоб. Да, с водой, со льдом. Охлаждение кожи уменьшит головную боль, несколько охладит организм, но
Есть более эффективный и забытый способ охлаждения организма. Это использование холодной воды или льда в стеклянных либо в металлических емкостях. Физиология говорит о том, что это можно легко использовать и эффективность высока. Если вы будете прикладывать лед или холодную воду к крупным суставам. Но здесь важно знать, где нужно правильно использовать. Если вы возьмете металлическую охлажденную емкость, в руках подержите, охлаждение кистей приводит к тому, что снижается рефлекторный иммунитет в органах дыхания. Примерно то же самое происходит при охлаждении стоп. Поэтому этот способ здесь неприменим. Как и неприменим он в подмышечной области. Да, тут крупные сосуды есть, их можно охладить, кровь можно охладить. Будет легче, но вы охлаждаете одновременно и грудную клетку. Можно развить инфекцию здесь. Не стоит прикладывать их к паховым областям. Многие советуют там прикладывать, не советую. По той простой причине инфекция там всегда есть в мочеполовой системе. И очень легко ей подняться вверх и вызвать воспалительный процесс в мочеполовой системе. Где остаются, какие суставы у нас остались? Локтевые и коленные. В сгибе проходят близко к поверхности кожи сосуды. Вот именно к сгибу вы прикладываете емкость с льдом, емкость с холодной водой. И кровь, которая проходит рядышком, она охлаждается. И таким образом вы помогаете своему организму фактически охлаждаться и не перегреваться. И опять-таки, когда температура спускается в диапазон ниже 39, но выше 38 градусов, все прекрасно. Вы правильно охладили организм, вы правильно сопровождаете вирусную либо бактериальную инфекцию. В этом случае употребление воды помогает этот процесс оптимизировать и сделать вероятность осложнений минимальной. Конечно, я понимаю, что в конце весны, когда я сейчас напишу и опубликую это видео, вероятность развития простуд минимальна. И для новых, для тех, кто впервые нашел это видео на моем канале, конечно, оно теряет определенную актуальность. Но актуальность приобретется осенью. Вот там вы будете понимать, как правильно сопровождать различные инфекции. Поэтому, если вы впервые видите мои видео, подпишитесь на мой канал. Я периодически делаю обновления, новые видео. И более 500 видео уже есть на моем канале. Есть что почитать, есть что посмотреть. Поэтому, чтобы вы не потерялись на просторах интернета, проще всего подписаться. Ну а подписчикам моего канала с привычными вам словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения, я с вами буду прощаться. Как и просто с теми, кто просто посмотрели это видео и уйдут на бескрайние просторы интернета. И пока вы думаете, ставить лайк на это видео или нет, кому это видео отправить или поставить его в закладки, я буду это видео заканчивать и подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.